Ну что, друзья, мы хотим сегодня поздравить чемпиона битвы чемпионов, нашего великого богатыря и моего друга Михаила Кокляева. Миша, дружище, я тебя поздравляю. После всех твоих травм, операций, ты приехал сюда и увозишь эту золотую медаль. Ну что я могу сказать? Я тебя могу обнять, дружище. Спасибо. Скажи, что сказать? Да. Мои ощущения такие приятные, конечно. Но я еще раз скажу, я самокритичен. Я скажу так, я не выиграл. Просто ребята мне проиграли, все. Ребята, я и не выиграл, ребят. Ребята проиграли мне. Возможность была поднять у Саши слетели эти мозоли. Позднее в том году 218 потянувший, но в этом году ему просто 210 тяни и выигрываю. Но что-то вот не заладилось у них, да. А я 410 это был проходной результат. Мы-то знаем, что проходной. И даже 420 килограммов это была великая авантюра. Я понадеялся на чудо, которое не случилось. Я все равно уповаю на Господа Бога. Я верю, что Он мне помогает, любит. Вот так получилось, что Он медальку мне вот эту подарил. Вот эта медаль отправляется в Челябинск. Я ждал это, вот даже поссориться пришлось на какое-то время с руководителями турнира «Битва чемпионов». Но я не со зла, не поверьте, я не со слюной у рта писал это. Я делал это для того, чтобы... Если вот есть танк Т-90, да, например, я бы, допустим, если был специалистом выпуске танков Д-90, или я бы принимал эти танки, и я бы понимал, что этот танк может быть еще лучше, я бы сказал, это не танк, это дерьмо. И все сказали, почему? Потому что не хватает вот этого, вот этого, вот этого. И поверьте, через какое-то время на этом танке бы появилось что-то. Вот примерно здесь получилась битва чемпионов. Я обожаю этих людей, этих героических людей, этих меценатов от спорта, этих фанатов, этих сектантов под названием пауэрлифтеры. Дружнее семьи, вот, наверное, все равно на первое место я ставлю. Поделю с первым местом, это бодибилдинг и пауэрлифтинг. Это люди, которые тратят свои средства. Все свои средства для того, чтобы поднять престиж страны. А страна, к сожалению, на это не замечает. Но мы зато замечаем, мы друг друга замечаем. Я вот стою с легендой русского пауэрлифтинга Андреем Маланичем. Кто бы знал, что когда в 2002 году я смотрел по НТВ+, где он выступал на чемпионате России, тянул 390 килограммов, что я буду, когда он вот так вставал. Вот так вытягивал руки, вот так. Я думал, вот это пальцы. Кто думал, что я вот спустя какое-то время я буду с ним здороваться, обниматься, выступать. Дай Бог, мы будем выступать на одном помосте. Великое дело, ребята. Великое дело. Слава Богу, что вы есть те, кто обращает внимание на пауэрлифтинг и на спорт в целом. Тот, кто, несмотря ни на что, вопреки всему, во имя, я считаю, нужно быть долбанутым, только выступая во имя Родины. Вот это по-настоящему оправдано. Когда ты поднимаешь престиж страны, когда ты становишься примером для молодежи, когда ты закладываешь это зерно на будущее, и будущее, когда ты будешь стареньким, дай бог, дрябленьким, на кресле-каталке, смотри, как молодежь висит на турниках, занимается боевыми единоборствами, идет, поднимает штангу, когда по телевизору начнут все-таки крутить на Олимпийских играх пауэрлифтинг, ты будешь подумать, это мой вклад тоже был когда-то. Поэтому спасибо за все. Спасибо, Андрюха, тебе. Михаил, я очень рад. Дружище, дайте все там. Специально для канала Супер Стронг. Специально для канала Супер Стронг. Архангельск 2014, 21 июня. Битва чемпионов. Yeah!